Работаем. Зачем? Лягушка. 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 Правильно. Зачем работать, если лягушка? Давай работать над лягушкой. Работаем над лягушкой. Лягушка. Предлагаю сразу убивать Дэшек. Что вы думаете? Чуваки, подождите, подождите, можно я изловлю правила? Мы подходим к Д-классу и говорим: лягушка, если они не отвечают, лягушка, мы их валим. Ну вот и все, все, идем. И нужно таким, знаете, вопросительным тоном, типа лягушка. Если он отвечает лягушка, мы их не валим. Здорово, пацаны, лягушка? Бегите. Лягушка? Я вам сразу говорю, бегите. Слышь, Дэшник, лягушка? Ну он, ну все. Ну да. Полетел парень. Ну просрал, просрал свой момент. Ну что сказать, работаем. Да, работаем. Hello, motherfucker. А, нет, не работаем. А, пацаны, мы вам карту хотели вернуть. Давай. Свободу попугаем. Молодцы, ребята. Че, мы их будем выводить? Свободу попугаем. Принесли, посмотрите, вот там классно лежит, хорошие. Давайте, вперед, вперед. Оранжевенькие мои. Вот, попугая требует. Ученый, смотрите, потерял карту, мы ее нашли. Он попросил нас, знаете. А вы точно его не убили? Нет, так это же там другая, он давно ушел уже из комплекса. Свободу попугая. Ну ладно. Сказал ему срочно надо из комплекса, я сказал, найдите карту мою. Я вам верю, вы же такие желтые, оранжевые, одетые в шапки. Там СТП 106. Это кто? Это кто? Собака? Пес? Нет. А кто? Такой длинный, знаешь, старик. Пес это типа овчарки или чё? Ну все, можно, короче, вскрываться. Закрепостите там. Беги. Эй, слышь, за мной иди. Слышь, дед, я сзади тебя. Отстань от них. Сорян, мужик, я не хотел его убивать, бегите, блядь. Давай, Тесла, работай, ты сейчас очень нужна. Тесла, блядь, хуй не работаешь. Работай, Тесла, давай. Лох, лошара, старый пердун. Бегите, не в ту сторону, убегаем, 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 блядь. Есть кто на связи? Понятно. Здравствуйте. Да. Я пришел доложить ситуацию, там пиздец. Блять, нас бросит. Кто стреляет? Дед сзади. Дед на Эйте, дед на Эйте. Ну-ка, верну карту. Да не ссы, прорвемся. Зачем стрелять буду? Семечками. Так я не работают карты. У него работает. Я хз. Я все. Придумал. Нет, не закрывай. Давай. Все, не хочу возвращаться туда. Не, мы вернемся, я тебе говорю, мы вернемся. Да нет, там пиздец. Что такое? Все, там дед. Что там происходит? Там дед, короче, им пиздец. Какой дед? Ну, 106-й, по-моему, ну такой высокий, дылда, эльф или вабаш. Пацаны, там все нормально. Мне нужен командир. Там все нормально. Ничего, мне не нормально. Мне нужен командир, чтобы согласовать с ним. Я могу подрывать комплекс, у меня есть для этого карта. Зачем? Не нужно ничего подрывать пока. Тут один он дед. Он слишком опасен. Тут просто может старый просто дед. Может просто забрать свое измерение. Да, знаю все. Давай. Блин, он дебил. О, ты похоронил его. Зачем он выбежал? Зачем он выбежал? Я ж не видел. Нам надо туда. Как ни крути. Придется по зову службы, так сказать. Даже так я мог бы тебе приказ просто отдать. Дай бы застрелился. А где 106-й? Тут где-то ходит. Очень информативно. Лейтенанты. Блин, обратно дед. Обратно дед. Нет, не надо меня кушать. А как автомобиль, что ли? Ну такая машина, которая карты превращает. Она пиво в водку превращает. Он тут стоит у этих дверей, нет? Не собаку случая? Какую собаку? Ну да, такая, блин, корги, короче, маленькая. Лапки короткие, сама пушистая, жирная. Проверяю навык взлома. Давай, мы оба взламываем Пентагон. Это коммунальная квартира. Прикольно, если сюда припрется. Кто? Дед. Что мы будем делать? Не знаю никакого деда. Мне свой есть, мне хватает, блядь, с головой. Он бы прилетел. К
почему такая спешка? Будем спокойны и рассудительны. Все. Просто все. Давайте, давайте. Ждите, ждите. Кто вырвался? Умрем. Забегай, забегай. Запускай, запускай. Охранник умер. Она жива. Успели. Минус один дэшник. Мы сзади, охрана. Ой-ой-ой-ой. Блять, печенька. Ну что, ну выходим. Там... 73-й. Статуя. Вижу, вижу, вижу. И слышу собаку. Пиздец, отходим, отходим, собака. Бегите. Собака, дед, печенька, блять, нам пиздец. Все. Я без патронов, без патронов, тут пиздец. Блять, бегай, дебил. Бегает, блядь! Ёбаный в рот! Патронов нету, вообще пиздец! Да? А вот у меня есть. Молодец, пиздец. Я все на печеньку потратил. Все, уходим, блядь, быстро отсюда, нужно съебывать. Там и печенька, и собака, и вообще все сразу, там, блядь, бутерброд. Иди сюда, Дэшка. А, нет, это не Дэшка, это же Боженька. А, да? Я Бога связал, блядь. Боженька, я разрешу. Неудобно. Простите, ошиблись, короче, номером, да? Так. Только меня не выводит! Здрасте. А, нет, нам не прямо нет, нахуй. Здрасте. Бойся меня, бойся, бойся. Пошел. Спасибо, блядь. Нет, ты еще жив? Да, жив.